Дом номер 6 на улице генерала Клюева 50-х годов постройки прошлого века. Здесь по программе капитального ремонта идет реконструкция крыши. Меняют почти все, от перекрытий до утепления. На работы подрядчику по контракту дают 90 дней. В график он укладывается. Проверить, как идет реконструкция, приехал директор регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Игнатюк. Вместе с подрядчиками и строителями он осмотрел крышу. Работы почти закончены. Проектом предусмотрена здесь полностью 100% замена решетки, усиление стропильной части конструкции основной, полная замена кровельного покрытия на профнастил 35-й волны толщиной 0,7 и утепление чердачного помещения. Ну, дальше там еще ряд работ по примыканиям, утеплением веншахт и так далее. То есть весь комплекс работ планируем закончить через 2 недели. А вот дом номер 23 по улице Страж Революции уже 1933 года. Здесь крыша не менялась уже давно. Подрядчик тоже на завершающей стадии ремонта. Крыша закрыта металлом полностью. Утепление выполнено на 70%. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши составляет 3,5 миллиона рублей. Это деньги фонда капремонта. Оба адреса планируют сдать до конца октября этого года. Дома очень старые, и по решению администрации, значит, в рамках ЧС было принято решение эти кровли отремонтировать в ближайшее время, потому что в программе они стояли на более поздний период. Порядка 6 кровель сейчас у нас находится в работе в рамках ЧС. Точно так же подрядчики все вышли, значит, материалы завезены, идет активный процесс работы. Соответственно, мы тоже все в графике, до конца года все крыши будут тоже закрыты. Всего по программе капитального ремонта в Нижегородской области 140 многоквартирных домов, 40 из них в Нижнем Новгороде. Все адреса должны сдать до конца года. Артемий Катков, Алексей Завылов. Время новостей.